хочу KFC. Я голодная. Я в KFC. Я ехала, короче, с женщиной сначала, и она была супер-супер странная. Мне вообще показалось, что она под чем-то. Ой, молния опять гремит. Да-да-да. Она просто какая-то очень странная была, и у нее на руке были какие-то красные пятна, ну, типа, не кожа, типа, в пятнах, а как будто она нарисовала что-то. И потом она что-то достала из сумки, очень, типа, так тихо, вот так вот тайно, и начала это нюхать. И я такая, типа, что? И оно вот такого же красного цвета, как эти штуки у нее на руке. Прикинь? Но это реально, это очень странно было. Вот, а потом она ушла в Милуоки, да, и ко мне подсел афроамериканец. Мы всю дорогу сидели, не разговаривали. И потом он такой, типа, в конце, а ты не знаешь, типа, далеко до Чикаго? Я говорю, сейчас посмотрю, типа, посмотрела на Google картах, где мы это. Рассказала ему, и он такой, типа, откуда? Разговорились с чуваком. Нормальный чувак был. А вот она какая-то капец странная. И вообще на Грейхаунде ездят очень странные люди. Реально, вот когда выходишь на остановку Грейхаунда, просто осматриваешься, думаешь, господи, куда я попал. Но, в принципе, это не удивительно, потому что это американцы, которые хотят сэкономить на самолетах. То есть они не самолет покупают для того, чтобы из штата в штат прилететь, а автобус за 20 баксов. Так что понятное дело, что они какие-то будут, типа, не очень. Вот. И такой запашок тоже не очень на Грейхаунде, типа. И вот все как-то, типа, не очень. Я уже ездила, типа, я знала, куда я иду, но, блин, все равно стрёмно. Цыгане в Шевроле. Да. Не, ну там хоть, ну, типа, индусские всякие, они как наши цыганки выглядят почти. Короче, жестяк. Реально жестяк. Все, все, сейчас пора расслабиться. Хватит об этом думать. У меня есть такая чудесная история. В том году, когда я уезжала в программу Work and Travel. Подожди, только не открывай! Вы сейчас шок. Сенсация, просто типа. Ну, пожалуйста! Я оставила свои вещи мальчику, который оставил их девочке, чтобы она мне их отправила в Украину, потому что у меня был перевес. И я весь год ждала эту посылку, она ее так и не отправила, и вот теперь Вова приехал к этой девочке и забрал у нее мою посылку. Вот она. Фух, я уже не помню, что там должно быть, и сейчас это будет для меня немножко шок. Тюна. Пляха. А что это такое? Коробочка в коробке, матрешка? Там, наверное, бодиспрей мой. Там фрагило что-то. Капец, блин, ну мне... Я уже не... Стаб вообще почти не нужен весь. Посмотрите, я с ними так скучала. Это Victoria's Secret спрей. Это Rihanna спрей. Это из Route 21 спрей. Это еще Victoria's Secret. Это Ariana Grande. Это Justin Bieber. Ты пьешь за меня, да? Я заказала из Huda Beauty посылку, потому что ее тяжело найти в Sephora. Вот, и сейчас покажу, что мне пришло. DHL. Что там? Это стикеры Huda. Мне будет что на ноут еще повесить. Это же в машину, вонялка это. Это пахучка вообще. Да. Это в твою маленькую червоненькую будет, да? Да. Hey, gorgeous, thank you so much for shopping at Huda Beauty. Блин, что я заказала? Я заказала вот эту прелесть. И это все было? Такая большая коробка? Нет, еще вот это. А. Вот. Трахи, ближче до себе. Да, ото норм. На жабку похоже. Я заказала кроссовки Reebok Instapump. Ну, не с сайта Reebok, валяются. А с eBay, потому что Потому что на Reebok они очень дорого стоят, и они только белого цвета. И я хотела другого цвета, кроме белого, потому что белая пачка за сильно. Так, еще один Миколайчик распаковываем. Спасибо большое Бобе, который забирал все мои посылки, пока я отдыхала без кондиционера. Pump it up! Reebok, да, Reebok, Instapump, 7.5 USA, Woman, Woman точнее. Ооо, да. А выглядят классно. Жир, да? Там даже бумажка лежит. Типа все официально. Мне кажется, немножко больше на тебя. Нет. Идеально! Идеально!
дикий пляж. По камням, по сугробам. Что ты делаешь? Я тоже хочу попасть в сугроб. Попадешь. Вот, ты попал. Они хотят купаться, типа, и мне ужасно купаться. Страшно. Тут и молния. Сейчас 3 часа ночи, и хреначит. Молния, и дождь. Дождь, скалы, мокро. Ужас, просто ужас. Не видно ничего, но они полезли в воду. Я просто это прокомментирую. Это жесть! Меня заставили тоже залезть в воду. 3 часа ночи в газу. Ультер и Мичиган. Мичиган! Он тебе долларом гладит. Доллар, да? Доллар. Даже иногда и бывает она не твоя. Если ты, что в себе таит женская любовь. Просто кошмар, только что такая гора была, мы на ней еле спускались. Я думала, как мы под ней... Вот, посмотрите, какая молния. Как мы на ней поднимемся? И мы только что поднимались по ней, все попадали. Ой, я нет. Ребят, не хотите домой, типа, блин, пожалуйста. Почему я на ней так сдвинут? Я иду по самому другому району, виной сидит. Это винетка, детка. Второй это называется? Винетка. Тут занимался сам дома. А, это... Да, это район. Ну, короче, мне на все насрать. Доброе утро. Мы приехали хавать Panera Bread. То самое место, где мы были в первый день. Юры пока не видно. Это не Юра, это Чинтату. Все красивые мальчики собрались. Да, в камеру, смотри, в камеру, смотри. Не знаю, что мы будем делать дальше, но пока что нас ждет вкусный завтрак, потому что хотя бы будет. Если мама завтра, знаешь, на второй. Снова делается. Зум? Ага. Итак, мы, короче, заехали обратно домой, переоделись, и теперь мы приехали в даунтаун, а конкретней. Мы сегодня решили поехать в украинское село. Вот, и мы сейчас тут едем, и тут такие странные надписи всякие на украинском языке. Старый Львів, ресторан, самопоміч, тризуб, вон, бачите, тризуб. С ума сойти вообще. Что? Пекарня бабуся Ані, напевно. Да, це нехай. Там такі магазини в Україні, там все в Україні. От зараз подивишся. Так. Ой, це вообще. Монатик Слободой в Чикаго. Алло! Может, ты делаешь, ты его сейчас скинешь? Пусти филина! Пусти филина! Блях, он стромный вообще, капец. Все, не хочу с ним стоять. Смотрите, какой тут вид. На Макдональдс. Ну и на Чикаго. Ну и на Макдональдс. Только что зашли в маркет какой-то, ну типа магазин с овощами всякими, с фруктиками. Не Whole Foods, какой-то другой. Марьянкин какой-то. Марьянос. Неважно. В общем, там были креветки, вот на вынос, типа просто запакованные, готовые креветки. У нас такого нет. Блин, это так клево, я бы хотела, чтобы у нас такое было. Мы взяли там фрешки. Просто готовые фреши в бутылках разных размеров, разных ингредиентов. Дорогими магазинами. Тут очень красиво, просто. Почти как в LA на Беверли-Хиллз. Ну, там вот рядом с Беверли-Хиллз есть магазинчик, я просто не помню, как называется эта аллея. Ну, короче, тут так же красиво. Ох, прям аж душа радуется. Шла тут, как эти бомжи под деревьями. Просто чтобы смотреть на это каждый день. Мы встретились с Наташкой, ура! Короче, Вова нас кинул, и мы здесь вдвоем ходим по магазинам. Вот, я уже, как обычно, с покупочками. Класс. Мне кажется, что Старбургер у кого-то стырил эмблему.
Ай-яй-яй, такое делать. Короче, мы вроде шли прямо. Потом нам нужно было идти обратно, точно так же прямо. Мы сейчас идем, и я ничего не узнаю. Нам 17 минут идти. Куда? Ты уверена, что в тот? Да, точно, да. Жесть какая-то. Мы типа потерялись в двух соснах. У меня такое впервые вообще. Серьезно, я вообще ничего не понимаю, где я. Просто магазин. Понимаешь, я здесь не была? Я тут не была. Все. Это у Эбби, да? Каких пор маленьких танцев? Не знаю. Вчера он тоже был такой. Да. Ну це сьогодні зрозуміло. Ви знаєте, мені здається, саме час. Я поняла, що вона вітає цього. Мені здається, дівчат. Вона щось сиділа, тусила, такий опа вже друга. Опа, Наташа каже, не з'їдь. Ви Наташа залежала. Я проснулась, и это было очень сложно. Я вам сейчас покажу то, что я вчера накупила в даунтауне. Ты меня смущаешь. Это еще одно распаковочное видео. Я думаю, что они вам уже надоели, но мне нет. Заря купила себе свитшот. Вот такой розовый, как оранжевый, только розовый. И он без капюшона. Опять-таки будет у меня здоровезная кофта-платье. И там же еще на скидках я нашла украшения. Раз, два, три. И они все по 6 баксов. Короче, ну это супер круто. У нас Зара продает украшения где-то по 500-600 гривен. Поэтому, блин. В H&M купила себе румяна. Я же говорила, что там классная косметика. Я уже пробовала тени, те, которые я купила в прошлый раз. И они были супер клевыми. Вот. Очень красивый цвет. Карандаш для глаз аж за 3 бакса. Ужас просто. Такие цены бешеные. Вот такое платье. Оно не облегает, очень красивое. И цвет, опять-таки, этот оранжевый меня просто покорил в этом сезоне. Не знаю, очень красивый цвет, и он везде. Потом я зашла в Macy's, там куча было всякой косметики разной. Я взяла себе Hoola Benefit вот эту штучку. Это у нас бронзер. Он с такой кисточкой. Вот он. Вот такой вот блеск от Too Faced, который называется вот так вот. И я не буду это комментировать. Suck it называется он. Вот как раз и называется. Сакет, конечно. Вот это название, да. Victoria's Secret. Я не могла пройти мимо. Опять такие 5 трусов за 28 баксов. Ну блин, это же Victoria's Secret. Ну как? Как можно мимо этого пройти? Ну, Private 21, я купила себе розовые очки. Ну блин, розовые очки. Ну розовые очки. Маленькую чистилку для кисточек, потому что моя сильно здоровая, а эту можно брать с собой, и это очень удобно. Очистить кисточки нужно. Аж дофига платьев. Купила вот такое платье, раз. Вот такое, да, спортивное платье, типа как спортивная майка, вот, но оно платье. Вот такое вот. Я всегда хотела взять себе что-то в таком пижамном стиле,
Вот, мне ничего никогда не нравилось, а эта штука, это у нас комбинезон с длинным рукавом и шортами, и оно реально очень классно сидит, и, блин, в общем, Forever 21, как обычно, меня покорил. Едем в Чайна Баффет кушать. Это такое место, где ты платишь вход и берешь столько еды, сколько ты хочешь. Это очень прикольная тема. Мы в том году, когда ездили в Мэдисон с ребятами, тоже такое пробовали. Это очень удобная штука. Вот. Ёщенко, так! Ёщенко, так! Ты про Порташеву куда ты можешь? Leaving all of yours behind, oh. We didn't know what would unfold. Just the feeling of a good thing. So we leapt into the unknown.